Не уходите, пожалуйста, господа, а я приглашаю в ринг для слова, для приветственного слова главу поселения Ильинска Красногорского района Олега Синицына. И, конечно же, под ваши аплодисменты я приглашаю в ринг мастера спорта по рукопашному бою, руководителю спортивно-стратегического клуба «Яроволк» Илью Шадрикова. Уважаемые жители города Красногорска, уважаемые гости, уважаемые участники соревнований, примите самые искренние и добрые поздравления с тем, что в период празднования 80-летия нашего прекрасного Красногорского муниципального района администрация сельского поселения Ильинское также приняла активное участие в подготовке и проведении этого праздника. Поэтому также хотелось бы пожелать, чтобы вы все получили огромное удовольствие. Спорт – это будущее, это здоровый образ жизни, это наш потенциал. Для наших детей, юношей, основа основ нашей жизни. Так что всех с этим прекрасным праздником, получайте удовольствие. Спасибо. Красногорск! Ну что ж, дорогие друзья, наш турнир подошел к концу. И для заключительного слова я приглашаю в ринг главу поселения Ильинское Красногорского района Олега Синицына и руководителя спортивно-патриотического клуба «Яропол», мастера спорта по рукопашному бою Илью Шадрикова. Дорогие друзья, я смотрю, что все разбежались. Вы знаете, первое такое мероприятие, которое мы провели совместно, это с Борисом Егоровичем рассказывал, с Олегом Алексеевичем. Вы знаете, и это, я сам в шоке. Один вывод. Ребят, занимайтесь спортом. Занимайтесь. Это не последнее мероприятие. Это только первое. Это только начало. И мы планируем провести следующий турнир и назвать его «Битва за Красногорск». Первая часть. Первая. Потому что это было предварительно. Я думаю, это на стадионе Зоркина, если вы. Вот. Поэтому спасибо, что пришли. Спасибо, что поддержали наших спортсменов. Вот. Я всех жду в своем клубе. Спасибо. От имени администрации смею заверить жителей Красногорска, гостей, то, что, как сказал Илья, это действительно первые, но далеко не последние подобного рода мероприятия. И данным мне правом позвольте показательные профессиональные бои по смешанным единоборствам среди профессионалов считать закрытыми. Спасибо всем. Спасибо, дорогие друзья. Вы знаете, я провожу огромное количество турниров. И вот, когда я узнал, что организаторы первый раз сделали такое потрясающее шоу, знаете, у меня нет слов. Это на самом высшем международном уровне. Огромное вам спасибо. Супер. И по отдельные аплодисменты Александру Загорскому, который посетил наш родной город. Который сумел... С удовольствием приеду к вам еще раз. Развивайтесь, клуб «Яропол». Идите, тренируйтесь, ребята, и становитесь такими же сильными, бесстрашными, как воспитанники клуба. Спасибо. Спасибо.